Меня зовут Александр. 2 года назад я стал обладателем участка, на котором я построил дом. После стройки у меня все осталось разрыто Уралами, после бурения скважины и так далее. И в прошлом году я хотел все восстановить самостоятельно. Вылилось это в то, что полгода я ходил по уши в глине, полгода я ждал доставку песка, щебня, там, каких-то трактористов, которых вызывал, искал на Авито и прочее. И в этом году мне это надоело. Я обратился в компанию «Землечист». Ко мне приехал инженер, все замерил, взял высоты, рекомендовал решения технические. После этого со мной общалась менеджер, с которой мы утрясли изменения по проекту, потому что смета была немножко выше бюджета, который я закладывал, поэтому «Землечист» пошел навстречу, и мы обсудили все варианты по снижению, скажем, цен с помощью всяких инженерных решений. То есть отказался от плитки, например, принес на следующий год и так далее. Вот. У «Землечиста» достаточно напряженный график работы. Все, похоже, расписано. Я ждал работ примерно 2 месяца. Но зато после этого ко мне приехала отличная бригада под руководством Романа. И вместо 12 дней за 7 дней сделали чудо. Даже у нас тут был дождик. Я хожу сухой, чистый. И надеюсь, что так оно и будет в будущем. Спасибо. «Землечист» Роман.